бравые шотландские. Так, я подбегаю на дороге. Так, черненький. Вижу факторку вдалеке. Я вот стою перед щитом, написано Павлово направо 3 километра. Так, туда же Мирославль 5 метров и пляж налево. Я вижу город, вернее деревеньку, сейчас там щиток есть, посчитаю, что на щитке написано. Слушай, а как-нибудь приблизить можно? Вижу. На правую кнопку. А, окей. Как и в обычный. Я просто забыл как. Я в Комарова. Так, Комарова. Секунду. Комар. Я побежал к тебе. Давай. Только мне. Ну только я не полутался, конечно, но ладно. Если чё, по ЖДшке пойду. Здесь никого не встречу. Я нашел пачку хлопьев. Жуй, жуй, глотай. Соси, левай. Ну это как тебе там виднее. Это дота. Но она, видать, большая, я не могу ее прикинь. Кстати, смотрю боком зрения, смотришь, там немного так расплывчато. Ну не, когда на краях экрана. Короче говоря, я выкинул фонарик, зато у меня теперь большая пачка хлопьев. А, оно 4 слота занимает. Угу. На горы жуй-жуй, глотай. Это что такое? I feel like having a drink. Книга. А нафига книги? Не знаю, мы их, наверное, на бумажке можно порвать. В туалет ходить. Пристайн. Угу, туалет. Там, сидеть. О! Что? Прямо как надо. Ты уже в туалет пошел там? Я уже нашел сумку. А, ну ищи еще одну сумку тогда, сейчас тебе подойду. Давай. Что-то по пути домик куда стоит. Маленький. И пристань такая. А что мне нравится? Стендалон будет расширяться, будет так же, как в Доту, много предметов всяких разных. Ну, самый плюс в том, что как Dota 2, типа, ой, Dota имеется в виду, типа, делали, имеется в виду, там же разрабы его все-таки патчили. Угу. А здесь чисто уже как игра, и тут уже больше будет внимания уделять. Там же несколько человек работало над модом. Ну, как любительский мод, можно было сказать даже. Ну да. Блин, думал зомби, это камень. Камень зомби. Зомби мало. Мне интересно, будут ли давать оружие, когда зомби идут. Ну, типа, чтобы хоть как-то отстреляться, если что. Не знаю, фонарики тоже вначале вроде были. В обычном Дейзи. Фонарики, по-моему, были, да, но был еще и ПП-пистолет. Так, я уже вижу вроде деревеньку. Примерно километр. В дверь войти не могу, прикинь. Как же так? Лол. Просто проем маленький, прикинь. Да. Размер дома маленький по сравнению. Ты прямо в городе, ты пристань видишь там? Я пляж вижу. А пристань? Mm-mm. Ну ты в городе. Mm-hmm. Подойди. Я, наверное, где-то на окраине города. Подойди к берегу туда. Темнее, что ли, начинает? Мне показалось. Показалось. Я хочу что-то выпить. Что-то. Полутай пока город. Может, где-нибудь встретимся. Я вон просто бегаю тут. Осматриваю. Ну. Может, какое-нибудь. Окей. Здание какое-нибудь найду. Ну, колонка. С водой. Запомни, если что, воду набирать вам. Угу. Да, вижу, как я прибежал уже почти, я вижу пристань, я вижу домики. Ну ты, получается, бежишь по правую руку, у тебя вода. По левую. То есть я с правой стороны прибежал. А. Ага. То есть и... Пристань... Железная дорога рядом у тебя? Да. Вот я сейчас на железную дорогу вышел, стою. Ну ты пристань видишь? А, вот, да, вижу. Точно, только сейчас вот заметил. А к ней можешь подбежать?
Но она у меня вот-вот, она уже к ней подбегаю. А, вон я тебя вижу. Я, короче, видишь меня? Угу. Леон! Вам! Леон! Кенка! А ты ко мне не бежишь, скотина. Все, я обиделся, я пошел. А вон каменка большими написана, да? Ты здесь появился, получается? Угу. У тебя сзади еще кто-то бежит. Где? Человек. Где? Ты в черной рубашке? Да. Вон смотри, прям куда вот я смотрю сейчас. А, он встал? Сидит. Ну ладно, хрен с ним. Надеюсь, у него нет оружия. Он пошел лутаться, пошли тоже лутаться. Не видно. Блин, я не сдержался, я все-таки начал запись. Не сдержался, ну нормально, чё. Идем лутать. Лишь бы не лагало опять. Вопрос, чё бы тут полутать? А чё ты тут уже лутал? Я нашел хлопья. А, ну я слышу, ты их ешь. Ты туда заходил? Не заходил? Тут, блин, ты спрашиваешь, какие дома. Это надо, знаешь, в стиле «Я легенда» просто брать. Ну, просто открыто. Гнилой банан. В стиле «Я легенда», знаешь, отмечать дома и просто крестиком их помечать, который уже полутал. О, так, стой, это чувак, это ты? Нет, я на втором этаже. Не-не, вот, короче, пришел к нам, тип стоит. У него есть чем-то из оружия? Здорово! О, анимацию интересно, как он врубает. А, там что-то F3, F4 вроде. И убежал. О. Окей, в домике, куда подбегать? Не знаю. Ну, тут на порту есть какой-то этот. Видишь, там красные еще эти. Ты рядом с этим, да? Я рядом с ЖД. Портом. Угу, вижу тебя. Эти нет. А, вижу тебя. Ладно, пошли наверх, на север. Знаешь, мне кого, кстати, напоминает мой персонаж? Этого. Из Last of Us. Джоэл. А, да, кстати, то, что тут прикольно, знаешь, будет, если ты найдешь топор, например, оружие, у тебя будет как Last of Us висеть на левой стороне оружия и на правой, типа, топор. Отсылка, что ли? Пасхалка? Не знаю, может и пасхалка, но выглядит так же. Ну тут пасхалка есть, например, к тому же этому, по идее, маски всяких ульфов и этих. Угу, ну я, кстати, заметил. То-то я смотрю, какая-то знакомая, ну я же уже находил. Это дорога наверх? Фиолетовую маску. А, я ее вам так и не показал, она у меня в сумке лежала. Ну вот, мы по этой дороге пойдем наверх. Угу. Там должны увидеть. Давай, облутаем и пойдем. А ты правая, я левая. Ну. И полушария, или яичко, кому как. Яички, ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Окей. С кем не поведешься, как говорится. Нет ничего. Да тут двери все открыты, тут все облутано, по-моему. А они, по-моему, всегда открыты. Нет, они закрыты изначально. Все закрыто. Типа так можно определить? Ну да. Можно побежать обычным бегом, можно ускориться. Я не знаю, тогда быстрее пить захочешь. Ну, да, потихоньку. Но у меня только пить хочет персонаж желтенький. А пешком как ходить? Вот Слеперон же ставил пешком. На нолик правый вроде. На нолик правый. А, ну можно вообще вот в таком темпе идти. А, можно еще вот так, смотри. Типа F2. А, F2? F3. Вот на F3 он садится. А, так. И так же поворачивается, да? Ну, F4. 4, F5. F1 это. А вот. Привет, типа. Погоди. Здорово. Встань. Так. Просто встань. Сейчас. Нажми F1. Дай 5. Give me 5. Все, пошли. Окей. Короче, F1, F2, F3. F1, типа,
показывает руку, F2, типа, руки вверх сдается, на F3 он садится. Так, секунду. Нормально, да. Отлично, все, идем. Короче, там не прямо по дороге, там через одну дорогу. Справа должна база быть. Мы ее увидим, скорее всего. Если не увидим, то мы прямо просто к городу придем. Смотри, а лаг вот просто проходить всю карту. Ну и умрешь, пока найдешь. Я так понял, весь низ вообще, наверное, уже облутан. Раз сказали, что не спавнится до перезагрузки ничего, то смысла тут мало. Ну я еще что-то нашел, какие-то хлопья, ты прикинь. Но я рис нашел. Рюкзак нашел. Ой, что-то могилка какая-то. Деньги. Вот. Может, персонажа помогил? Это не могилка, это столбики эти. Дорогу. Вот еще один, смотри. А, он просто он так выделен, я сначала. Это дорожные столбики. Ясно. Давай-ка посмотрим, как прогрузится текстура. Сейчас близко подойду. А, да, кстати, тут с текстурами вроде чем ближе, тем лучше грузится. Что-то такое. Ну и прикинь, подбежала толку, та же текстура. Ну и четкость персонажа вроде увеличивается. А, во, вот это могилка уже. Ну это такая обычная. Это не могилка, это такая, да, стандартная. Декорация. Decoration. Блин, без рюкзака чувствую себя голым. Но есть такое дело. У меня обрыв связи. Серьезно? Горит красным. А, видишь? Ну это мне не стоит. Зомби. Да, зомби. Шли, пойдем справа. Он там разминается. И видишь, зомби спавнится где угодно теперь. Получается. Но. То есть на дорогах там, в лесу. Здесь он не загорится, тебе придется кулаками долбить. Там можно убежать просто как-нибудь. Ну тут уже вариант забежать через дома и в елки вроде не помогает. Хм. Надо в приседку в такие моменты обходить. А мы, думаю, далеко обходим. Что-то не вижу ничего отсюда. Вон там какой-то домик стоит, да? Впереди. Машамбар. Знаешь, самый веселый. Нет, места. Он маленький какой-то. Амбары. В амбарах часто что-нибудь такое бывает. Винтовка даже может попасть с патронами. Ну, бывает, да. Ну, патроны есть, ну, в смысле, оружие, патроны там вообще же все добавили. Такое. Кстати, оружия мало вроде еще. Там, М-ка какая-нибудь, да? Ну, М4А1, вот этот, что-то Мосин. Какая-то еще винтовка, дробовик. И вроде пистолеты еще какие-то там. Не все вроде. Mm-hmm. Может, еще какой-то автомат есть, не знаю. Не читал. Блин, а бегу так спокойно себе по полю. Я в приседку за тобой. А сзади какой-то наркоман. Павлик. Вот такого, значит, я обо мне мнение, да? Ну, не знаю, человек, который бежит за тобой в приседку. Что ты о нем будешь думать? Мало ли, может, зомби из-за дерева выбежит. А ты в приседку бежишь, и он тебя не увидит сразу. А ты он... А, хрень какая-то. Ничего тут нет. Да? My stomach grumbers, I won't drink something. Короче, немножко кушать захотел, и вроде пить все еще хочу. Ладно. Не, пока не критично. Надеюсь. О, я в кустиках засел. Застрял. Я, кстати, слышу, как ты идешь. Ну, я тоже. Как ты. Вот ты там дышишь, типа. Все, не могу, типа, уже бежать, да? Тебе в черном не жарко, ничего? Ну нет, зато не видно. Хотя она была зеленая, может сделать. Да, ну, прикинь, ладно, оба, если чё. Ну, черный тоже, по сути, не видно. А, это какой-нибудь белый там. Так, вон, смотри, внизу это что у нас? Вот там, по-моему, military base. Внизу, видишь? Внизу прям. Вижу, ну. Ну, пошли туда. Аккуратно, там могут быть вооруженные типчики. Кто у нас много онлайн-то? О, да, большой онлайн-то. Тут много чего может быть. Что-то мне FPS спросил. Подгружает.
Че, тоже просил? Ну, бывает такое. Но все равно он как-то по оптимизированию выглядит, чем тот же DS Arma. О, дыра в заборе, смотри. Пошли. Так, что мы в итоге видим? Какая-то база. Ты где? Я за забором зашел. Подхожу к этому забору. Что я тебя не вижу? Потерял из поля зрения. Ну, я к забору уже почти подошел. Вот девушка, видишь, такая стоит. Зеленая. Зеленая, ну да, вот я к ней тоже подхожу. Вот, подошел. Ты, наверное, никто к вышке под. А. Ты вон на горке, да, наверное? Да, я вижу тебя. У меня есть дырка вниз, внизу пролезть? Здесь нет, не вижу. Ну иди ко мне, тут есть дырка. Налево иди, да. Какой-нибудь дед с винтовкой вылезет. Я чё вы там, мой город? Ну, кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Так, смотримся. Не знаю, пока никого не вижу. Может, здание это было, то есть сначала большое? Ладно, пошли. Попробуем. Ты какой-нибудь зомби слышишь? Скорее, на видите, не слышу зомби. Ну они же бывают, звуки подают такие. Двери тоже, блин, открыты все. Опять кто-то тут шарился. Если, конечно, уже. Да, все пусто. Oh well. Эх, все облутано. Походу. Ладно. А, тут второй этаж есть. Мне, в принципе, устраивает такая тема, что вещи спавнятся только после рестарта. Вах. Так дефицит в. О, бейсбольная бита. Сойдет. То есть постоянно дефицит в вещах. Так, тут у нас тут. Тут у нас. Так, вот тут у нас. Я ничего не вижу тут. Тут у нас рубаха. Рубаху поменять. На коричневую. Где-то рубаху нашел. Да вот лежала. Я вот зеленую выкинул. Может ее на тряпке порвать. Ну, я так и сделаю. О, смотри, кепка. Ну хоть что-то есть. Розовый, да? Одевай. О, все. Теперь не напечет. Мадный тип. Все. Тебе бы черно-розовый пошел. О, сапоги. А ты что сапоги проглядел? Где? Вон стоят на это. Где? На шкафу. Где? На шкафу. А, наверное. Они, да. Они интерактивны вообще? Что-то я не могу их выделить. Наверное, их можно взять. Ты, блин, сквозь стену выходишь. Ну, бывает, да. Такое. Но я тоже не могу взять. Так что забей. Но они выглядят интерактивно, по крайней мере. А, не, его могу взять. Ну бери, раз можешь. Взял. Сапоги. Ну, среднего состояния сапоги. Но, бывает. Я их доношу тогда. Блин, нашел гнилое яблоко. Ну, не знаю. Не хочу ничего гнилого есть, еще умру. Но я вот там сык было написано, типа болен, когда я съел вот апельсин. Так что, о, шапочка. Так, я сейчас быстренько конфигурацию сменю. Короче, пониже сделал. Закрыть двери. Где ты там шапочку нашел синюю? У меня, а вот видишь, одета на мне. А ты мне предлагаешь розовую таскать? Ну, если хочешь, могу дать. Ну ладно уж. Без шапочки похожу. Еще шапочек найду. У меня будет больше шапочек, чем у тебя шапочек. Что наверху чего есть. Твои шапочки ничто по сравнению с моими шапочками. Тут что-то есть. Че это такое? Блин, выделил же. Погоди, не двигай меня. Сейчас подойду. Отойду я. Take injection whale какая-то. У меня места все равно нет. Бери, короче, у тебя все равно рюкзак. Ясненько.
Не знаю, зачем это инъекция. VL injection. Угу. Made of mullet borsava. Возьму. Знания-то все по сути однотипные такие. Или у меня опять бандикам, по-моему, в эту пес уменьшает. Ну, бандикам он такой может. Ну, поставил пониже, потом разберусь с графикой. Как будет время, пока так погоняю. Так, ну я спустился, если чё. Ну, я тоже спускаюсь. Сейчас пуля в голову прилетает. Будет неожиданно. А, видно даже, что низкий. Поставились. Так, это военная база, вот там по-любому еще есть что-нибудь. Надо через забор как-то перебраться. Вон там маленькая лачуга какая-то тоже. Так, сделаем. Лачуга. Хьюга, босс. Лачхьюга. Нормально. Ты маленький, я пошел в большой зайду. Смотри, что? Короче, тут есть опять гаечный ключ и перчатки нужны. О, сейчас заберу. Вот. То есть у меня это уже все есть. Кстати, двери, да, закрытые были. Возможно, здесь еще никто не лутал. Вот тут, по-моему, ты только что был, если я не изменяет. Да. Угу. А вот я не знаю, ключом можно бить? Ну вот я говорю, я взял его в руки, но он взялся, знаешь, как та же содовая просто. Муха летает. Ну, у меня не берется он в этот. За спину. Ну, за спину не берется, значит, это да, это. Где ты перчаточки нашел? Там же, в той же буточке. Не видел? Странно, почему я не вижу или пропускает. А, вижу. Они за дверью просто были. Опа. Перчатки, конечно, светлые. Но. Ничего, не замерзнем теперь. Можно поменяться, вот у меня черт. А, нет, у меня тоже светлый. Воу. Че? Чувак. Смотри, сталкер такой откровенный. С чем? С красным рюкзаком в противогазе, видел? Видел. Может его... Да, не забей на него, пошли дальше. Можешь его битой вырубить, слушай, я... Дай-ка биту. На. Попробуй вырубить. Сейчас выложу. Выложил. Сейчас он появится где-то тут. Ну. Биты вырубить, значит, да? Так вот ты какой, Леон. Да, у него просто классный противогаз. Биту нашел? Нет. Провалилась сквозь текстуру. А, вот нашел. Хорошо, не исчезает так просто. Ну, она просто долго почему-то появляется. Так. Ой, я нашел перчатки потемней. Угу. Так, все. Нашел веревку. Чувак, где ты есть? Ну я его этой битой не убью. Если у него есть оружие, я, кстати, посмотрю, может, если. Ну, у него на спине что-то было. Было, да? У него, может, тоже какая-нибудь бита, или если топор, то его еще хуже. Понятно. Топором так вообще ваншот, да? Да, топором ваншот. Нам бы тоже топорик найти. И пока лутай, я сейчас, короче, заберусь вот на эту вышечку. Ну, я хожу, лутаю. Ходят, интересно так. Ходят тут всякие. Значит, да. Лутают. Так. Блин, прикольные тут места есть. Блин, в здание захожу, у меня FPS увеличивается до 70. Блин. Так, а что если... Чёт. Фу. Не умри там, блин. Я не сломал. Я себе ничего не повредил. Я упал с довольно маленькой высоты. Скалолаз. Ничего не повредил. Хорошо. Я его не вижу, блин. Ну, он нас свалил. Или куда-нибудь здание забежал. Или сейчас классно, что-то кстати, похоже. От первого лица теперь то еще анимация вот это выглядит. Ну, да, типа, да. Руку поднимаешь, видишь свою же руку там. Типа, окей. Блин, а тут казарма есть. Я, может, сейчас винтовку найду какую-нибудь. Не, ему тоже доверять нельзя. Кто знает, что у него в голове. У него, может, оружие быть, потому что тут казарма есть. У него большая сумка красная. Ну, он, наверное, в казармах ее и забрал. На слотов там несколько десятков. Реально. Десяток парочку так.
Побегал я по крышам, значит, довольный. Довольный? Ничего я не нашел. Ничего я не нашел. Так, бейсбольная бита спрятать. Пока что не пригодится. Оп. Спрятал. Окей. Так, нет. Казалось. Ботинки синие хочешь? Не хочешь, как хочешь. Так, я нашел гнилое, ну прям видно, что гнилое яблоко. Гнилое яблоко. Такие вещи, блин, валяются в странных местах порой. Да, бывает, да. На полу в коридоре. О-о-о! Вот это такое, я помню, да. Чувак, я сразу так и понял, что это больничка. О. Банан, там тоже гнилое. А, да, ты да. В большое здание зашел? О, фонарик. Зачем тебе еще фонарик? Нафиг его выкинул. Ну, в смысле, не подобрал. Хм. Некоторые здания, кстати, нельзя все-таки заходить. Ну, блин, нормально все равно. Вон нормально. Чувак с рюкзаком вижу. Где он? Он во второй, а? Во второй казар. Че говорит? Не-а. Блин, жаль. Что говорит? Останавливается, нет здоровья от еды и воды. Не знаю, не проверяли. Что, блин, человек вообще не идет нифига. Все серые люди. Ладно, удачи вам. Ну, давай. Удачи. Блин, как же хотелось. У него на спине топор видел? Нет. Хорошо, что ты не видел. Я нашел черные джинсы, наверное, их на тряпочке можно делать? Или только рубашки. Противогаз этот вообще прикольно выглядит. Но. Ты-то, кстати говоря, где его нашел? В казарме, в соседней. А там еще что-нибудь такое было? Синие ботинки. Секунду, что это? Это банан. Ты уверен, что... Банан. Что он гнилой? Сейчас смотрю на него, он не похож на гнилой. О, джинсы. Ротен банан, гнилой банан. Но он выглядит там зеленый. Ну, блин, у меня все красное, короче, я, наверное, сдохну скоро. Пошли в город. Действительно? Ну у тебя там что красное? Ну, вода и питье. Вода и питье? Красным стало, да. Так, а что ты говорил, где-то что-то есть? Да там всякие джинсы, ботинки и все, по-моему. Пошли, короче, до города. Надо нам хотя бы провизию найти, а то, блин, без провизии. Флягу найдем, будет хорошо. Как минимум флягу. С флягой можно уже с водой. Как бы. Да тут больше ничего нету, тут все обходим. Тут бензоколонка прикольная. Пошел! Они его и сюда добавили. Пошел. Так, а я хочу пить, я немножко голодный. А ты совсем голодный? Ну и у меня красный обе. Ну давай я тебе это... Ну там. Давай хотя бы. У меня, блин, весь инвентарь только полный. Рисом. Забери, кстати, рис. Если рис? У тебя место есть, выкинул рис. А ты его готовить типа надо? Видишь, он выложился. Да, его надо готовить в кастрюле, по-моему. Окей, я точно не знаю. Ой, я его положил, нет. Ты хлопья положил? Да, я их кинул, сейчас появится. А рис забрал? Рис забрал. Почему я. Слушай, ну-ка. Странно, почему хлопья только сейчас появились? Техи! Чё? Сидит, живет. Нормально. А, смотри-ка. Пару раз спим. Кстати, а хлопья ш... на 5 раз. Да? Хорошо. Смотри, что у меня в руках. Да, я вижу, танцуешь. Можешь хлопья назад забрать. Сейчас свои вещи найду, если они появятся до ночи. Сейчас, так. Вот они. Бинты. Фонарик. Твой фонарик. Все, можно идти. Пойдем. Ну, хотя бы не голодный. Ну вот смотри, у меня красная была, я 2 раза съел из 5. У меня убралось вообще голод. Угу. Кстати, здоровье не знаю, как тут останавливаться, но все-таки кровь переливать. А, да, кстати, да, самая офигенная вещь еще одна. Который мне понравился. Тут кровь переливать это целое, короче, дело. Да?
Во-первых, ты находишь какую-нибудь аптечку, чтобы найти там шнур для переливания, потом пустые эти для крови, да? А, ну шприц там. Но в этом это еще все не сложность. В итоге кровь надо сливать только с людей с трупов. А, да? Да. И надо узнавать шприцом, там тестом твою кровь, то есть твой этот. Группу крови? Группу крови, да, твою, чтобы она подходила. Ну, один раз выяснил, и все, допустим, вторая положительная, да? Ну да, и врагов тоже придется узнавать. Или не знаю, когда переливаешь, но там будет писаться. Какая кровь. Интересно. Может там новогодний, блин, дурак. А, медицинский навык нужен какой-то. Ну, с навыком не знаю. Вообще, куда мы прибежали? По-моему, нам не в эту степь, ну ладно. Немножко левее, но там город. Сейчас зайдем в домик. Нет, не зайдем в домик. Что, закрыт, что ли? Лол. Просто сквозь прошел, что ли, нет? А? Нет, открыл. Бежать. Куда бежишь? Стой, успокойся. Блин, сразу он проголодался, ну офигеть. I really need to drink. Тебе тоже really need? Угу. У тебя она тоже красная, да? Ну. А, у меня еда тоже. Но она не столько красная, сколько такая коричневенькая. Ну да, можно сказать так. Блин. Really need to drink. Вон вроде дома вижу уже. Церковь вижу. И джинсы у меня такие уже потрепанные там что-то. Справа ну я так понял, вся одежда тут это изнашивается. Ее приходится менять. Сзади такой маньяк с битой. В шапке в такой еще гопни, блин. Эй, есть что? Есть противогаз погонять. Нет. Побежал. Валим, валим. Куда ты? Стой! Я тебя потушу. Огнетушитель внутривенно. Я в тебя этим покидаюсь. Едой. Гнилой. Ну, городок вроде более-менее большой. Надеюсь, он не сильно-то облутан. Надеюсь. Надеюсь тоже. Надеюсь, вражеских персонажей тут тоже нет. Вот люблю, знаешь, идешь, вот таких же людей встречаешь. Там привет, привет. Типа поговорили, разошлись. Ну. Тоже прикольно так. А то какой-нибудь, знаешь, там с топором идет. Привет, привет, поговорили, в итоге разворачиваешься, тебе сзади топор в спину. Справа человек с винтовкой, нет? Фу. Где? Глюки. Что? Где? Фига. Это так трава, прикинь, росла, что я под одним углом подумал, что это человек. Вот здесь, лол. Нифига ты. Я реально думал, там фига тип такой с винтовкой сидит. Целится. У меня, может, ванга какая-то сейчас во мне проснулась. Может, сейчас реально мы на кого-нибудь такого напрёмся. Ну, у меня сейчас вот зашел в домик, дверь закрыта. Но я, может, надеюсь, что-нибудь найдем. Так, или, может, тут... они закрывают за собой. Вот в этот домик можно. Ты смотри, дверь открытая, нет? Сейчас посмотрим. Мне надо остановиться и похавать. Остановитесь и похавайте, пожалуйста. Так, что мы здесь видим? Ничего. Сейчас еще одна комната. Ничего. А, хотя, ну-ка, попробуйте, это что, это забор, что ли, здесь вписан? Лол. О, кусочек забора, вероятно. Нам так надо похавать. Да, я готов сражаться. Я уже просто. А ты поел, кстати, и у тебя утолилось, да, немного? Ну, у меня, да, она утолилась, но у меня сейчас опять желтая. Но пока не критично все равно. Короче, ну, нам все равно таки так воды найти надо. В бачке полазить, что ли? Хе-хе, мусорном. Видишь чувака, у него там, допустим, противогаз, да у тебя противогаза нет, все уже какая-то зависть появляется. Надо его прикончить и отобрать. Ну, я видел, как ты хотел его прикончить. А че ты его битой-то не убил? А? Ну, я топор у него не увидел. А если бы видел сразу, да? Да нет, я бы тем более бы не стал. Сейчас с тобой ясно, Леон. Слушай, церковь. Церковь, не знаю, кстати, лутаемая, нет? Да я же не серьезно, господи. Да я знаю. Ну, по крайней мере,
тебя есть. У нас хотя бы хоть какое-то оружие есть. Ну, у меня, считаю, с собой сейчас уже два. Секунду, это что? А, господи, я подумал, там. Это могилки, как бы, это. Нет, она, по-моему, не лутаемая. В смысле, церковь не лутаемая? Да. Как это? Ну, так это.